Приветствую, друзья. Что же, мы сегодня посмотрим последний режим в игре Силика. Это арена. Так, у нас тут появляется новая... комбат-дом, да, новая карта. Старый комплекс боевой подготовки, построенный после первоначальных смертельных столкновений с агрессивной инопланетной дикой природой на Балтарусе. Этот комплекс служил для обучения бесчисленных солдат военному делу, обеспечивая аналог условий враждебной планеты. Все еще используемая сегодня, куполообразная структура вместо этого используется для смертоносных военных игр с участием центаврианских пленников и добровольных бойцов на арене. 16 ботов, начинаем. Так, здесь мы можем выбрать, какой тип пользователя. Какой тип юнита мы будем использовать. Так, это у нас команда, я полагаю. Вот он прямо. Жестко все. Очень сложно понять. Оу. И нас убили. Отлично. Просто отлично. Вон он. Так. Почему-то... непонятно. А, то есть можно вернуться и перевыбирать? Не ясно. Ну, ваншот. Это прикольно. Так, нам бы куда-нибудь перебежать. Так, музыка прям такая, что мама не горюй. Ага, вижу. Заряжаемся. Так. Там где-то есть товарищ, но его нифига не видно. Так. Кто-то... Вижу. Воу. Вроде готов. Так. О, следующий бежит. Готов. Да, я, конечно, кемпери очень злобно прямо в точке спауна. Но я, как говорил уже неоднократно, я вообще нифига не скилловый игрок. Ага. Это что? О, блин! Я хочу так же. Так, на данный момент количество, скажем так, снарядов ничем не ограничено. Единственное, что добавили, вот это, когда он перезаряжает кассету. Кассету, я не знаю даже, как назвать правильно. Так, давайте попробуем чуть-чуть пробежать дальше. По этой чудесной локации. Смотрим, что здесь есть. Нас кто-то увидел. Ох ты, блин. Дуэль. Видели, да? Заряжай. О, следующий. Где-то здесь чувак сидит. Ах, нас сняли. Так, ну ясно.
Давайте проверим теперь. Это марксман, скорее всего. Типа снайпер. Ой. О, блин. Напугал. Да, мне еще не понравилось то, что в бункер мы в прошлой серии смогли проникнуть внутрь, но реально пострелять не удалось. Воу. Вон он. Готов. Да что ж такое? Да, скорость перезарядки у пушки такая, вообще мимо. Готов зато. Так, вот, есть бункер, в который можно забраться, да? Отлично. Тут нифига не видно. Клипится все. Включить нельзя. Ага. Угу, понятно. Так, как присесть? Оу. Давайте идите ко мне лучше. Я вас тут встречу. Странно очень, что... О! Стало возможным. Это хорошо. Только общего этого не видно. Так, кто-то здесь лезет. Ну, это вообще уже никуда не катит. О! Угу, где-то там. Вон он. Теперь это. Сто баллов где-то, ага. Хе-хе-хе-хе. И нету его. То есть фактически единственный вариант у тебя это тупо в сколпе смотреть. Поскольку пригнуться я не могу, он не позволяет по какой-то причине. Так. Где там подсвечивают? Оу, с этой стороны. Ага, понял где. Ты же что-то запрыгнул каким-то образом. Оу. Да, качество такое. Так, там где-то явно плохой дядька бежит. Куча ракет. Очень тяжело, если только скопом пользоваться. Ага, вижу. Видите, да? Ползет. Вон он. Готов. Да, так злобником. Но на самом деле марксманом даже интересно. Оу. Кто там меня пытается? Где он? А, все, готов. Так, ну эти два типа мы уже смотрели. Давайте еще раз за командоса попробуем. Вопрос только, где мой бункер?
Да, не успели особо разобраться. Так, бункеры где? Где бункеры? Вон он. Ага. Так, идем в мое любимое место укрытия. А это какой-то другой, кстати, бункер. О, оу. Да что ж такое? Нифига недоброжелательная вся. Оу. Даже так. Угу, давай. Да, все-таки это не то. Непонятно где. Где кто. Ага, понятно, где кто. Вот он. Но его фиг достанешь. Ага. Ну-ну. И все, да? Видно солнышко, но солнышко, вон, видите, как рассвет типа наступает. А, да, у нас все есть. Угу. Я даже не знаю, я его смог снять или не смог. Вроде стало тише. И все. А при том слышу, что здесь кто-то усиленно фигачит с этих. Ага, увидел. Оу. Воу. Где он там со своими? Ага, такой же. Меня кто-то видит. Хм. Теперь не видят. Опять видит. А, вижу. Другой командос. Ай-яй. Не вовремя я. Видели, как ракетки прилетают? Бежим отсюда. Так, как-то повыше я могу? Не могу, по-моему. Есть вообще что-нибудь выше этого? О, серьезно? Вот даже такую штуку сделали. Это же просто счастье.
забили. Ну, в принципе, вот это все. Как бы юнитов я вам показал, эти мы были в самом начале использовали, как бы, и три остальных, да. Больше, в принципе, показывать в игрушке нечего. Так что оставляйте лайки, комментарии, разумеется, подписывайтесь.